Сборная команда пятой школы представит Биробиджан на региональном этапе всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры». Ребята с большим отрывом стали победителями на муниципальном этапе, который завершился в областном центре. На протяжении недели участники показали себя в нескольких видах спорта. В таких видах, как волейбол юноши, волейбол девушки, уличный баскетбол, также отдельно юноши, отдельно девушки. Настольный теннис, ну и легкоатлетическое многоборье. Это те виды, которые входят в программу соревнований «Президентские спортивные игры». К участию в соревнованиях допускались ребята 2006-2007 годов рождения. Свои команды выставили 9 городских школ. Всего более 140 человек. Пятая школа уже давно показывает хорошие результаты на подобных соревнованиях. И в этот раз лидерство они взяли еще в первые 4 дня спартакиады. Последний день, по сути, ничего не решал, однако это не остановило ребят. В атлетическом многоборье, в которое входила и эстафета, победу принесли представительницы прекрасной половины команды. Все, конечно, очень было сложно, но мы старались, у нас все получилось, как и хотели. Мы все старались держать одинаковый темп, чтобы не сбавить или наоборот не устать в конце. Каждый друг друга поддерживал, у нас все вышло. Слаженная команда. Да. Также с января в Биробиджане проходит городская спартакиада школьников, включающая в себя соревнования по 10 видам спорта. Однако кто победит в ней, говорить пока рано. Итоги соревнований подведут в конце года. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.